это Мосфильмовская 1, и вот за этим забором находятся павильоны знаменитой киностудии, которая снимала многие советские фильмы и сейчас продолжает работать. И, как видно, мы не одни, кто пришли сегодня сюда на экскурсию, людей достаточно много. Вокруг сотни человек, одни группы уже у бюро пропусков, везет им, другие, как наши, только собираются. Экскурсии на Мосфильм проводят каждый день, правда, по предварительной записи. Киноконцерн можно посетить и в индивидуальном порядке, любой каприз за ваши деньги, как говорится. На сайте есть все цены и контакты. Мы же забронировали свою прогулку по миру кино через стороннее агентство, называется «Лавка экскурсий». Вот мы и зашли на территорию Мосфильма. Я думаю, что немногие были в тех павильонах, в тех местах, где снимается кино. Я тоже не была, и мне кажется, что сейчас должно начаться какое-то волшебство и чудо. Это не просто киностудия, это целый киногород, который построили, чтобы в одном месте организовать все этапы кинопроизводства. В каком-то смысле советский аналог Голливуда. 20 ноября 1927 года на Ленинских горах состоялась торжественная закладка кинофабрики. Сейчас сложно представить, тогда город здесь заканчивался и начинались деревеньки. Так что в Подмосковье строили Мосфильм. Ну вот, туристы уже начинают осваивать экспонаты. Я тоже решила посмотреть, что же там так привлекает внимание. А, понятно, здесь есть лавки. Вот почему многие не спешили выходить. Возле этого трамвайчика у нас место встречи с экскурсоводом. Как и во многих музеях, экскурсии на Мосфильме ведут только собственные гиды. Так что нас передали в руки Анны. Вот она. Начинаем с выставки. Очень необычной выставки. Все экспонаты здесь – звезды кино. Узнаете автоматы с газировкой? Снимались в «Шурике». Желтый мотоцикл ГАИ «Изберегись автомобиля». Жонов отправляется в погоню за Деточкиным. Деточкин у нас сыграл на Кейте Смоктуновский. Ему специально для роли в фильме Эльдара Рязанова пришлось получить права на управление знаменитой 21-й «Волгой». Коллекция машин впечатляет. Все автомобили на ходу, между прочим, и до сих пор катают героев в российских фильмах. А вот звезда бригады хоть сейчас может выехать в город. Единственный автомобиль, зарегистрированный в ГИБДД. Госзнак не бутафорский. Но машина не главный герой. Машина стояла уже в конце сериала, на заключительных сериях. Во дворе выполняла атмосферу на съемочной площадке. И посмотрите, Даймлер Ягуар, он единственный, у которого госзнак. Машина зарегистрирована в ГАИ, следовательно, на этом автомобиле можно выехать за пределы территории. У каждого экспоната этой выставки своя история. Какой-то купили, какой-то достался в подарок. А вот этот «Опель», например, нашли на свалке, отреставрировали и стали снимать. Рядышком немецкий представитель грузовик «Магиров». В этом году мы будем отмечать 104 года. И несмотря на ужасные литые каучуковые покрышки на колесах, обратите внимание, они у него свои. Роллс-Ройс. Попал на нашу студию в годы Великой Отечественной войны как трофей и снялся в огромном количестве фильмов, которые вошли в золотую коллекцию из фильмов, снятых на киностудии. Яркие фильмы «Бег», «Трактир на Пятницкой», «Неуловимые мстители», «Царь-убийца», машина 1913 года выпуска, модельный ряд «Фантом-2». И такие «Фантомы» раньше использовали только те, кто ходил в маленький закрытый клуб при английской королеве, а если нужно было особое разрешение королевы, обычный гражданин на тот момент себе такой роскоши позволить не мог. Жаль, времени на осмотр экспозиции совсем немного. Слишком велико число желающих прикоснуться к миру кино. Да уж, поток тут невероятный. Впереди нас экскурсия, позади нас экскурсия. Просто такой огромный-огромный поток. Автомобиль.
говорили, конечно, очень впечатляют. Вот этот ЗИЛ, например, он такой огромный, такой размер просто невероятный. И самое интересное, что все они на ходу. И по территории киностудии они перемещаются самостоятельно. Мосфильм похож на матрешку. Сам город в городе. Тут есть свои площади, улицы, вот даже указатели. Но этого мало. Внутри себя этот город в городе имеет еще один город. Вот так. Иногда на этих улочках снимают Москву 19 века, иногда Санкт-Петербург и даже Венецию. Правда, туристов попросили воздержаться от видеосъемки. Ну, вдруг кто-то работает на студию конкурента, зафиксирует все и повторит у себя. Весь этот квартал возведен под открытым небом. Здесь и широкие проспекты, и храмы, и таверны, деревянные дома, арки, брусчатка и даже шторы на окнах. Все продумано и воплощено до мелочей. Городу из гипсокартона, дерева и пенопласта уже, между прочим, 13 лет. Внутри здания пусты. И лишь команда «Мотор» способна оживить этот грандиозный макет. Не все для киносъемок строят в натуральную величину. Вот эта деревня – тоже макет. Домики величиной со спичечную коробку сделали для съемки сцен танкового боя. Такие не жалко бомбить. Музей Мосфильма не отделен железным забором от павильонов, где проходят реальные съемки. Нас водили по разным этажам, показывали разные комнаты с декорациями. Многие экспонаты стоят прямо в коридорах. Например, вот костюмы знаменитой тройки из фильмов «Гайдая». Очень необычное здание, столько лестниц, трубы под потолком. Как будто какой-то цех, цех кино. Особо впечатлительным не стоит сильно впечатляться. Все здесь не настоящее, создано художниками. Хотя, соглашусь, современные технологии грима дают возможность воплотить в жизнь таких монстров, от которых настоящие чудовища остались бы в ужасе. Для меня было открытием, что с лиц будущих киногероев сначала делают гипсовые слепки. Кажется, как-то негуманно. На самом деле, над ними проводят эксперименты с киношным макияжем. Вот так спасают актеров от роли подопытных кроликов. Декорации. Тележки из Ашана, доски с тематическими объявлениями – это уже не антураж для посетителей музея, это реальность Мосфильма. Внимание! Открыта новая натуральная площадка номер 3 – провинциальный город. Или вот… Работает новый интерьер бильярдная для киносъемок. Инновационные технологии позволяют изменять параметры голоса и телефончик. О, как это все интересно! Ну правда, я с удовольствием читала даже эти объявления. Экскурсия прошла на самом деле на одном дыхании. И хорошо, что нас сейчас не выгоняют. Мы можем спокойно походить еще здесь, ну, недалеко от выхода и посмотреть вот эти витрины. Например, смотрите, какой дым из этих труб корабля. Мосфильм – это не только павильоны, съемки и музей. Там ведут и научно-исследовательские, экспериментальные работы, внедряют новые технологии в отечественное кинопроизводство. Куда ж без этого? У студии, между прочим, немало зарегистрированных патентов на серьезные изобретения. Кто знает, может, когда-то будут снимать фильмы с роботами в главных ролях. По крайней мере, в одной из витрин сцену из «Вия» разыгрывают механические актеры. Thank you.
Вот и мы прикоснулись к этому удивительному миру кино, тому миру, который для зрителей остается обычно за кадром. Это мир, где можно взять в аренду автомобиль, можно взять в аренду бильярдную. Да что там бильярдную? Тут можно взять в аренду целую церковь или даже целый город. Мы были в одном из них, в Москве 19 века. Вот, да, сегодня просто шли по улице и оказались в Москве 19 века. А что, в кино, возможно, и не такое?